Всем привет, доброе утро. Сегодня второй день. Мы снова приехали в ивент-центр из гостиницы. Вот так выглядит кампус утром. Людей очень мало. Все только идут на работу. Велопарковка. Кстати, велосипеды каждое утро или каждый вечер специальная машина привозит, специально люди их выставляют, чтобы сотрудники могли брать велосипеды и перемещаться между кампусом и домом. Вот так это выглядит. Вот есть автобусные остановки, вот там тоже офис. Территория просто громадная. Вот тут занимаются сотрудники. Площадка для пляжного волейбола. Так вот есть футбольное поле. Francisco, sun is shining oh so bright. People say about the Golden Gate Bridge, but I think the bay once caught my eye. I've been going round this city, walking around these streets I know. Находимся сейчас в аэропорту Сан-Франциско и хотел обратить внимание на такую интересную вещь, насколько все позаботились. Значит, есть туалет для собак. Вот, есть специальный рельеф для собак, чтобы они могли сходить в туалет. Вот, есть салфетки, мыло. Круто, да? Наравне со всеми. Есть туалет для собак. Забавно. Заботливые американцы. Ну ладно, пойдем смотреть дальше. Мы сегодня улетаем из Сан-Франциско. Все, вот мы с Денисом и уезжаем. Рому оставили в Сан-Франциско. San Francisco, playing a little game of pool.